Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Movie Boss Gaming kanali. Do'stlar, bugungi videomizda Far Cry 3 o'yinini o'ynaymiz. Qanunda boshladik. O'ylaymanki, bugungi videomiz sizlarga yoqadi. Hop, mana boshlanyapti o'yin. Boshlandi. А, за моего младшего брата Райли и его пилотское удостоверение. Где? Где? Да! Где его носит? Про кредитку папы. Мою кредитку. Боже, я не бил самбуку с 20 лет. Нахрен отрубился! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Дипси, Джей! Я учил ту лучше! Да! Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгаетесь с самолетов, летайте, как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клёвая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы детишки с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что сказал? Что сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член! На меня смотри. Смотри мне в глаза! Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Или сдохнешь! Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Хоп, достал, ладно, озор. Почему спереда? Сука! Ранена? Вроде нет. Надо найти других. Как? Сейчас. Позови. Что? Охрану. Давай. Охрана, да. Эй! Сюда! Ты чё? Заткнулись быстро! Оба! Чёрт! Охренеть! Он мёртв! Вот чему учат в армии. За мной! Персонажымызды акасын ордыда барамыз барымча. Блять.
Джей, ты как? Да, я в норме. Еще, подожди. Чушь! Верно. С чего мне врать? Ты ведешь себя как болван. Он торчок. А родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Наверное, чушь какая-то. Почему ты чаешь такие вещи? Это дерьмо. Я мокрый. Взгляните, это не жизнь брата, о которой я мечтал. Присядь. Черт. Псы. Ждем. Стоп. Тихо. Пошли. Вот она, вынюхивает. За каждую бутыль хорошего пойла ты получаешь все больше моего уважения. Бери шмотки и карту. И телефон тоже. На связи. Кирилл Нарсен Бороке. Эй, кто это? Идем дальше. Черт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Тебе нужно отвлечь его. Цыц! Что за? Есть. Идем. Хорошо. Я иду. Черт, чувак! Кто это? Марка? Черт! Грант! Снова хуя! Боже, я не смогу, Грант! Джей, слушай, мне не найти Лизу, и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Ладно, извини. Я смеялся, Грант, а? Я смеялся. Вы плакали, еще плакали. У нас со светом, да? Боже, как же их много. Черт. Псих! Хоп, и все, уже проехали. Вчера мы получили звонок. Нет, звонок, никто не хочет подать. Слышим голоса, думаем, конечно. Черт. А за нас заходит еще с парой подруг. Всю ночь развлекали. Быстро! Прячься от нас, ты! Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты очень ты. Все. Пошли. Ты работаешь для меня. Еще словно огнем. Когда я писал его, надо было взять пихоти. Пошли. Я не опасен. Ладно, еще не дал сей манчер. Нет, прошу. Так, бланкс. Все машины не лепты. Я не опасен. Нет, прошу. Контрольная точка. Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть где Райли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. Вай, ахмов, вай. Нет!
не умоляй, хочу кинуть на руку, а? Куда сорвался? Держись, Грай, держись! Нет, нет, нет! Джейсон! Грай, Грай! Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я... Ты, бля, оглох! Давай уёбывай, сука, беги! Беги, Форест! Беги! Беги, Форест! Беги! Блять! Блять! Твою мать! Лови его! Нет, нет, нет! Нужно сваливать. Тирали остальных. Пусть они будут живы. Şuradan şuraya kile sallamıyor. Vay cinliler. Var mı lan? Arkada koltuk. Что за черт? Брат, кем он? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать канал. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь. Но и я вправе забрать твою. Я Деннис. Джейсон.
Бангал. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. Ататау. Позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Саламат, Дангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Твой совет – знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Ракьят, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Что желаешь купить? Отлично, пойдем. Здесь сила исходит из джунглей, от острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да. Шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Как казаки? Ей, братан, ты зрок или? Заправки хапунчики, наверное. Коль валя. О, мана бельгия не мазу борок, я мана бельгия. О, $30 топтик. Йо, чайда. А, брат, давай здесь. А, мана бельгия. А, это где яхшки? Яхшки, это. О, мана бельгия. Литр, ты? Вау! Я не или тур. Или тур, доллар не голдик. Ох, джунгли, блядь. Наверное, это радиовышка. Ох, она. Сейчас сразу начали. Уй. Лёд, да?
дешевле, возможно. Не смотреть вниз. Славно прокатился. Удачно. Отлично. Покажи карту. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Карта Джианкук. Забайровла гуля. Боракен, но могу сюда. Мадам Чапо, я дюшмала Абайровла Сакирей. Пират, вы думаете, уже надо? Ну, кто бы? А,
Önce ateş kurusun. Найти растений и животных, но каких? Там она была где-то посередине. Мейкеры были отсюда. Да. Так, ты справишься. Да, попался. Я на. Тут что, нас хапана? Тут что, на вас хочу. Пишком-то. А. Осон, сули борекен? А. Осон, сули борекен? Канехал бутишты? Мара бирден. Нарсан эсэсэй бурэдэ. А, сотуа сэг бурэкен. Ano, ona. Amara bir de burgeni geldi zaten maşina. Çınladı mı? Maşinanın önünde de. Oh. Денис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Нам рады? Теперь используй растения и приготовь снадобье. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да, и еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбрать теперь. Теперь я научу тебя захвату. Готово. Когда скажешь навыком, ты станешь сильнее. Татау вырастет. Выбирай. Хорошо, Джейсон. О, наша цезлук ульмс. Татау. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза. О, черт. Нужно ее освободить. Иди, следом. О, Лиза, покажешь, что барам зеленая.
Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты – крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост – это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин Ракет. Те Ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Друг! Джейсон, Деннис дал тебе Татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Бля, чё это протяг? Заново? О, походу. Лиза, я иду. Она бьёт того нам тут, бьёт что? Ее здесь нет.
Дайте мне... Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова! Расскажу, когда доберемся! Она сбежала! Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина! Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Так, дизайнер почвит трейлер. Давай, блин, чё-чё-чё. Menimcha bugun ketadi, keyingi qismlarga qadar ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Mobos Gaming bo'ldi. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring, o'yin haqida. Xullas, hammaga xayr.